Как вы попали вообще в отдел полиции? Что натворили? Мы забрали, короче, часочек где-то так. Покатались в городе до обеда. На них поехали домой. Потом домой приехали полицейские. После 12 гуляли и потом подъезд нашли великий, забрали. Катались в городе до 12 обеда, до часу. Потом свой велик домой забрал, я там спрятал. Потом на следующий день, кажется, полицейский. Вы как отец, что можете сказать, почему ребенок вот до утра гулял? Просто он иногда выходил поздно, поздно приходил, так некоторое время не приходил. Искали вот так, не находил, вот такие моменты бывали. А вы знали, чем он занимается в ночное время? Где он? Обычно, чем гуляет туда-сюда. Хорошим никто не занимается ночью.